Тем временем жители республики продолжают жаловаться на огромные коммунальные корректировки. Только в Роспотребнадзор за первый квартал поступило 500 обращений. Это стало поводом для пресс-конференции представителей различных ведомств. Анастасия Тюрнина теперь точно знает, как избежать переплаты. Клара Пыстина устала разбираться с управляющей компанией. За прошлый год так называемая корректировка за холодную воду составила 3700 рублей. Причем пенсионерка выяснила, суммы вписаны исключительно в квитки сознательных плательщиков. Я разговаривала с жильцами, с некоторыми. Суворова из 62-й квартиры, она стала выяснять. У нас есть одна квартира, которая хозяин в ней не живет, а он ее как бы сдает посуточно под гостиницу. Она взяла одну единственную квитанцию за один месяц по воде. 0 рублей, 0 копеек. Действительно, сегодня нет органа, который бы контролировал количество жильцов, фактически проживающих в доме. Но выход из этой ситуации есть, говорят в Роспотребнадзоре. Прежде всего, граждане должны провести общедомовое собрание, собрание собственников жилья, и принять решение о том, что мы создаем комиссию. Эта комиссия совершит условный там обход жилых помещений и составит акты, где зафиксирует, что в данной квартире проживает вместо одного зарегистрировано 5 человек. Решение от таких собраний сегодня принимают суды. То есть жильцам поодиночке к служителям Фемиды ходить не надо. Мы выявляли такие случаи, например, когда в жилом доме было там несанкционировано, создана какая-то там спортивная, там тренажерный зал или еще что-то, который свободно потреблял воду в неограниченном количестве. И жители только это выяснили только тогда, когда они стали заниматься этим вопросом. Вот это как раз к тому, что если бы жители были неравнодушны, что делается в их доме, возможно, уже корректировок бы во многих домах просто не было бы. По мнению экспертов, сегодня люди мало знают о способе расчетов. Разъяснительную работу не проводят ни управляющие компании, ни представители ТСЖ. А сами собственники плохо контролируют работу коммунальщиков и практически не участвуют в управлении домом. Анастасия Тюрина, Иван Богомолов, телеканал «Юрган», Сыктывкар. Судебные приставы взыскали с сыктывкарца более 300 тысяч рублей. Это алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. С иском в суд обратилась бывшая супруга. По ее словам, мужчина в течение 3 лет скрывал свои реальные доходы и не доплачивал положенные суммы. Ей стало известно, что заработок должника значительно превышает ту сумму, которую он платит на содержание детей. И рассчитав ее, она незамедлительно предъявила в отдел судебных приставов исполнительный документ. После возбуждения исполнительного производства должник явился в отдел судебных приставов. Судебные приставы предложили мужчине добровольно погасить всю задолженность перед детьми. В противном случае ему грозит штраф 7% от суммы долга и запрет на выезд из России. Таких аргументов оказалось достаточно. И в этот же день сыктывкарец выполнил требования исполнителя закона.